Привет из Нью-Йорка. С вами Васек. Смотрите, какой красивый дом. Я очень люблю такие постройки. Вот он я. Ку-ку. Сейчас будем проходить мимо бамбука. Мне так нравится, как он растет. Здесь чуть подальше растет бамбук, если мы его еще не прошли. Вроде нет. Всякие деревья, дома частные. Это Квинс. Очень далеко от Манхэттена, совершенно противоположная часть Нью-Йорка. Белый сигнал, надо перейти, успеть. Сейчас перебежим дорогу. Интересные домики везде, кирпичные. Вот частные домики. Частные домики, как я понимаю, строятся по другому коду. Он мусор убирает, машиноуборочная. Частные дома строят по кодам каким-то другим, то есть по правилам, по законам. Я уже забыл, как это на русском языке. Мусор выкидывал. Но людей снимать некрасиво. Чемоданы какие. Смотрите, видите? Обычная кирпичная кладка. Очень даже неплохо. А это вход подъезд в дом. Интересный очень. Мусор. Сегодня день выброса мусора в этом районе. А вон, вижу, скоро будет бамбук. У меня с утра мозги, знаете, очень плохо соображают. Я кофе попил, но вот подняли, разбудить забыли. У меня всю жизнь так. Я помню, как я с садика, еще вот себя, я доходил на автопилоте в садик. В школу я просыпался только к обеду в школе. Это Jewish Center. Еврейский центр. Бачки для мусора. Здесь мусор немножко делают сортировку. По моим наблюдениям, в разных домах делают немножко разную сортировку. Как правило, белые и черные пакеты, иногда синие пакеты. Очень часто бумагу выбрасывают отдельно. А вот бамбук, смотрите, хотел показать. Мне так нравится, как он растет. Вот он, красивый. Видите, бамбук? Очень эстетично смотрится, да? А вот мне нравится, пеньки выбросили. Давно уже стоят здесь. Сейчас покажу интересную вещь еще. Смотрите, дерево красивое. Бантик, а там дверца внизу. Вот. Так уютно. Шалфей растет. Вот это шалфей. Нет? Да, это шалфей. Смотрите, видите, дверца маленькая. Мне так нравится. С душой сделали. Так здорово. В общем, блин, мне надо ракурсы выбирать как-то вот так лучше. Ладно. Спасибо, что посмотрели со мной этот ролик. С вами был Вася из Нью-Йорка. В Квинсе. Всем пока.